На стыке трех улиц героев разных лет, Гамарника, Дикопольцева и лейтенанта Орлова, во вторник вечером разбиты два автомобиля. Пострадал один человек. За медицинской помощью обратился водитель Toyota Cresta, мужчина 1973 года рождения. Этого автолюбителя полицейские позже назвали правой стороной. Горожанин во время столкновения ударился о руль. Из больницы врачи его отпустили, не найдя поводов для госпитализации. Этот участник событий ехал со стороны улицы Ленина и планировал попасть в индустриальный район по новой городской улице. Курс на перекрестке водитель не менял, ехал прямо. Его оппонент, владелец Toyota Crown, ехал навстречу и планировал свернуть налево, на Гамарника. То ли мужчина ошибся в оценке расстояния до приближающейся к нему машины, то ли вообще не заметил ее. Распространяться о корнях ошибки виновник ДТП не особенно хотел. Ограничился коротким признанием. Расскажите, кто виноват? Я. Это один из тех случаев, когда нарушивший правила шофер не пытался юлить. Иной в такой ситуации начал бы апеллировать к сигналам светофора, обвинять второго водителя в превышении скорости или непонятных маневрах. К чести автолюбителя, он не стал усложнять жизнь пострадавшему и письменно подтвердил свое признание. Сворачивая на прилегающую дорогу, мужчина должен был пропустить тех, кто едет навстречу. Чинить основательно разбитый краун ему придется за свои деньги. С места происшествия Денис Коршунов, Мария Склярова и Виталий Векслер.